В эфире Campus Pro. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске вы уже в подробностях увидите репортажи с места событий, прошедших в кампусе ДУФУ, о которых мы говорили на прошлой неделе. Итак, первое на очереди. 18 апреля прошло вручение стипендии British Petroleum. Напомним, стипендии от британской компании British Petroleum награждаются студенты специальностей нефтегазового дела, энергетика, экономика и статистика, имеющие отличную успеваемость и другие достижения в учебной деятельности. Как прошло награждение, смотрим далее. Уважаемые стипендиаты, добрый день. Мы рады, что вы пришли сегодня на торжественную церемонию вручения дипломов. Надеюсь, что этот год был для вас очень успешным в плане науки, и компания LBP, и стипендия вам помогла в этом в том числе. Сейчас мы проведем короткую, но приятную церемонию вручения вам сертификатов стипендиат LBP, который мы в этом году прилагаем в маленький сувенир, состоящий из набора дисков, записанными концертами Московской государственной консерватории. Следующим мероприятием, на котором мы побывали, стало открытие проекта «Здоровый остров». Мастер-класс по фитнесу прошел в корпусе S1. Руководитель проекта Андрей Равнянский выступил перед пришедшими с небольшой речью о своей задумке, после чего девушки усердно принялись работать над собой. Ну, я надеюсь, что это будет не единственное мероприятие в рамках моего проекта «Здоровый остров», в котором вы примете участие. По окончании тренировки я прошу вас подойти ко мне, и я вам всем буду какие-то специальные наклеечки. На каждом мероприятии они индивидуальны, и потом, по окончании всего проекта, вы сможете, набрав меньше 3 наклеечек с разных мероприятий, снять их на призы. Ну, то есть самое чуть-чуть. Еще раз спасибо за то, что пришли. Ну, я просто много раньше занималась спортом, и все это забросила, наверное, как бы два, и хотелось бы, ну, форму, что ли, пойти. Просто заняться собой. Вы должны есть свою норму. Столько, сколько вам положено. Вам положено по вашему росту, весу и по коэффициенту вашей активности. Информация об этом есть на многих фитнес-сайтах, не только фитнес, сайтах по здоровому питанию. И, соответственно, как выполнять, это твоя норма, ты должна ее знать, если ты выбираешь цель. Плюс 300 калорий. Последнее событие, которое мы бы хотели вам сегодня показать, в принципе, последнее в своем роде в этом учебном году. Квартирник «Табурет под лестницей». Смотрим. Мы находимся на последнем в этом учебном году квартирнике «Табурет под лестницей», где выступает группа Breaking Band, которая исполняет песни в жанре рок и блюз. Это первый табурет с настоящей полноценной ударной установкой. Здесь драйв, много народу, все отрываются, очень здорово. Пойдемте посмотрим. Оставайтесь в центре событий, узнавайте о мероприятиях кампуса ДУФУ, смотрите Campus Pro, до скорого!